28 июня 2024 год. Только что закончились дебаты Байдена и Трампа. И это, конечно, удручающее зрелище. Я другого просто определения этому действию не смог найти. Я обычно там смотришь урывками, отрывками этого Трампа, Байдена, и в основном-то по этим соцсетям уже в переводе. А тут я решил для того, чтобы был оригинальный контент, на английском послушать. И был, конечно, просто в шоке. Может, это... Я обычно там видео в Ютубе на второй скорости смотрю. А тут начал на первое смотреть, на английском, думаю, чтобы получить, ну, по толкове все понять. Я, конечно, в шоке от того, в каком состоянии находится Байден. То есть это уже престарелый совершенно дед. Если Трамп там просто там, ну, два престарелых джентльмена, один из которых совершенно не джентльмен, я Трампа имею в виду. То есть тут нельзя выбирать из двух зол лучшее, то есть из двух зол худшее, я не представляю. То есть про Байдена я плохого слова не скажу. У него там еще и теплится ум, там даже ясно, он там пытается что-то поправлять себя. Но он физически уже не в состоянии перемещаться нормально. К сожалению. Хотя тоже к сожалению. Человек там 4 года на посту. Я смотрю заключительную его речь. Я смотрел сначала на первой скорости, потом у меня сердца на это не хватило. Ну, мне просто как будто я в комнату с инвалидом подглядываю, понимаете. Я уже на полуторную скорость поставил. Потом все-таки смотрел на второй скорости. На второй скорости его еще как-то переносить можно. Ну, это ужасно, конечно. Там нет никаких деменций там и всего остального, но человек еще там с более-менее каким-то ясным умом, раз уж он сам себя поправлять умудряется, догадывается, что здесь надо поправить, здесь я что-то не то сказал. И он возвращается к собственной мысли чаще, чем я это делаю в своих видеороликах. Но в любом случае, его проход к трибуне, это было, конечно, ужасно. Не знаю, как самое... Не буду говорить величайшая страна мира, самая значимая страна мира будет руководиться то ли пройдохой Трампом, то ли, ну, уже явно не в хорошей физической форме, мягко говоря, Байденом. И опять же, в заключительной речи я же говорю, Байден ни разу не упомянул ни Украину, ни Израиль. Он не относит это к своим заслугам. И совершенно правильно. Потому что хотелось бы человеку, мог бы как-то, блин, за... 2 года войны сделать так, чтобы он сейчас козырял достижениями Украины, тем же там количеством F-16, которое у нас есть, количеством там Патриотов, которые у нас есть. В общем, удручающее впечатление, это все, что я могу сказать. Хорошо не будет. Если кто-то из этих двоих будет на посту президента, не то, что для Америки хорошо не будет, для всего мира хорошо не будет. Про Украину я даже не знаю, что лучше, Байден... неадекватные, старческие уже, ну, это же явно у него прогрессирует просто, ну, или этот Фэллон Трамп, который просто уголовником уже обозначен, судом обозначен как уголовник. Людей ничего не учат, там, как Янукович у нас был, чем это закончилось, так и американцы. Ну ладно, это не наше дело, честно говоря. Нам свои работы, блин, нафиг. У нас тут, блин, я с Харькова, не пойму, что такое. Где? Ну, я понимаю, там нету у вас F-16. Где Патриоты, ребята? Или вы действительно приносите в жертву Харьков, чтобы вот это вчера ФАБ 500 килограммов. Рядом со мной 250 ФАБ взрывался, рядом с блиндажом. Я знаю, что это такое. Понимаете? До сих пор не отойду. Хотя уже там месяцев пара прошла. Ну, чисто эмоционально. Ну, а тут 500, упало там с 10-летним ребенком, упало в дом, хорошо, что не взорвалось. Вы хотите снимать эти кадры и показывать всему миру, дайте нам еще больше. Я не понимаю, где Патриоты, почему они не работают? Вы их бережете для того, чтобы энергоструктуру какую-то украинскую защищать, да? Для вас это ценнее, чем жизни харьковчан. Но как бы вы поймите, в Харькове 1,5 миллиона народу живет. Ну, сейчас там, не знаю, 1,2 миллиона, да, Терехов говорил. То есть... Там тоже должна быть энергоструктура, ее тоже надо защищать. Вы можете поставить одновременно Патриоты, чтобы он энергоструктуру Харькова 1,5 миллионного города, 1,5 миллионного города защищал. И еще и сбивал вот эти, чтобы фабы не падали в дом с 10-летними пацанами. Ну, что такое, я не понимаю. Вы, ну, у меня такое ощущение, что для наглядности показывают. Говорят, вот смотрите, вы видите, на Харьков идут, а мы ничего не делаем, они убивают людей. Как вы собираетесь, я не понимаю, вы собираетесь Харьков использовать как приманку, как вот показывать всем окровавленное лицо, блин,
первой столицы, блин, для того, чтобы Запад там активнее нам вооружение давал. Давайте что-то решайте. Ну, харьковчане тоже там стальные, железнобетонные, но это люди, которые погибают, сгорают в своих домах. Одупляйтесь уже, правители. Я не знаю, к кому я обращаюсь, как в пустоту, но, блин, что-то делайте с Харьковом. Что за скотство? Да я понимаю, 92-я там Кракен, они свою работу делают, молодцы. Но правительство, давайте Патриот и Кракен к себе не притащит, вы же понимаете, да? Нет у вас F-16, поставьте Патриоты. Сейчас Израиль, он там вроде 7 Патриотов нам дает установок. Вы можете несколько этих Патриотов дать на Харьков? Или вам вы что, решили, что все это уже вам не надо? Короче, я харьковчанин, мне просто сердце болит. В общем, и что-то... Не очень весело такое получилось видеообращение. Но, блин, и Байден с Трампом, это просто какой-то трэш. Ну, американцы, меняйте это на что-то вменяемое. Вы шо, блин, в самом деле? Вы посмотрите, кого вы ставите руководителем мира, по факту. Один, блин, в жопу целует Путина, блин. Не знаю уже, где уже там зацеловано все у этого Путина этим Трампом. Второй, ну, просто уже в силу возраста, там, я не знаю, физических своих параметров никакой. Все буду Украина. Не переймайтесь, я думаю, что разберемся.